Матеры и волки убили двух лошадей в качестве учебного пособия молодым. В Четинском районе Забайкальского края стая волков загрызла двух лошадей, а также устраивает набеги на хозяйскую скотину. По словам владельцев, лошадей одного хищника им удалось застрелить, им оказалось волчица, но точное количество стаи пока неизвестно. Жители отмечают, что количество хищников в регионе за последние годы увеличилось в разы. Также они посетовали, что в нынешнее время нельзя травить волков, как это делали в СССР, с помощью ядов, второцитата Бария. Его запретили после вмешательства защитников. Также местное население отмечает, что в Забайкалье набеги волков начались еще с осени, а сейчас подрастающее поколение молодых волков проходит стадию обучения для своих будущих охот. Родители используют легкодоступные цели лошадей и жеребят в качестве примера и учебного пособия для своих отпрысков, сообщает Чита. Ру в Четинской области. Организована группа охотников, которая займется данной проблемой. Читайте также по волчьей теме Ночная бойня волки загрызли насмерть женщину и порвали трех мужчин. Срочно требуются охотники. Волки и шакалы добрались до Волгограда. Минус одна стая. Кировские волчатники дали бой местным. С хищником Волгоград объявил войну нашествием волков. После укуса человека якутские министры готовят федералов к нашествиям. Волков Алабай еле выжил. Голодные волки перебили целое стадо хозяйских овец, кровь и кости. Псковские волки пожирают собак уже вместе со щенками в Калмыкии. Продолжается охота на волков, лис и шакалов. В Нидерландах обнаглевшие волки нападают на собак при видео, жрущих собак псковских волков, охотники перебили сразу. После праздника все собаки съедены. В Карелии волки продолжают кошмарить население в Туве, начата масштабная спецоперация. Волки довели фермеров до ручки в Карелии. 12 человек выслеживали три дня стаю волков в Монголии. Отгоняют волков от овец с помощью беспилотника. Видео. Волгоградка хотела прогнать бешеного волка, а он вцепился ей в руку. В уральские поселки вернулись волки. Охотники готовы их встречать. Вместо волков пришли шакалы. В Ростовской области бьют тревогу в Приморском крае. Гибриды волкособы и вороны стали предметом охоты в Калмыкии. С помощью охоты регулируют численность. С хищных зверей в Вологодской области 66 охотников получат выплату за волка. Голодающие волки продолжают совершать набеги на карельские села реклама. Пришли в поселок из леса. Карельские волки начал поедать собак. Хищники рады мусорной проблеме. Томские помойки облюбовали волки. Волки достали. Жителей Карелии. Регион бросает вызов хищникам волчий террор в России. Осеннее обострение вечно голодного хищника в Монголии, и женщина голыми руками смогла забить насмерть волка, отец и сын в Якутии. Застрелили убивавших табунных лошадей волков, добытых волков в Мурманской области планируют. Учитывать в реестре отгружают десятками. Архангельская область борется за сильем волков. Петербургские волки подорожали карельские по-прежнему, утопающие в снегу сахалинцы, придумали снежный конкурс. Смешной снимок своего домашнего питомца в снегу, нужно прислать до 28 января, включительно на указанный организатором адрес смешной снимок своего. Домашнего питомца в снегу нужно прислать до 28 января, включительно на указанный организатором адрес. Победитель получит сертификат на 5000 рублей от сети зооцентров «Пушистый друг». Так пушистый снег и пушистый питомец сахалинцев порадуют зрителей хорошим настроением, а владельца – приятным, с бонусом. Ранее сообщалось о проблемах с частным приютом для собак, его замело снегом, на расчистку дороги требуется спецтехника.